Продолжаем наш выпуск. Муромский исследователь паранормальных явлений Дмитрий Сава, в содружестве с которым наша телекомпания выпустила в эфир 3 серии проекта «Охотники за тайнами», уверяет, что нашел родник Ивана Грозного. Со сталкером аномальных зон побеседовали наши коллеги с ВГТРК. На счету Дмитрия Савы десятки экспедиций по всей стране. Он проверяет достоверность местных легенд и сказаний. Никакой мистики, только реальные факты. Свои поиски Дмитрий ведет не в одиночку. Создан целый исследовательский проект «Муромский треугольник», штаб-квартира которого в Муроме. И это не случайно. Именно в нашем городе, по словам Дмитрия, наблюдается более 80 аномальных явлений, которые только предстоит изучить. Зона для исследований очень большая. Еще когда сюда приезжал Вадим Чернобров, главный уфолог страны, он тогда на лекции сказал, что эта зона является белым пятном для исследователей. То есть здесь еще, вот как ни странно, хотя находится очень близко от Москвы, но это место как таковое пропустили, и здесь достаточно мало что-то исследовали. Вот и на этот раз наши коллеги с ВГТРК вместе с Дмитрием отправились в Муромские леса на поиски настоящего меча Ильи Муромца. По словам исследователей, это оружие было обнаружено в 30-е годы прошлого века. Но люди, нашедшие меч, побоялись ответственности и избавились от него, выкинув в болото. Надо не забывать еще об очевидцах, которые тоже указывают на места. Но какие-то косвенные моменты с помощью металлоискателя тоже могут указать на правильную точку, на место поиска. Поэтому это один из самых таких важных приборов. Металлоискатель – не единственный инструмент в арсенале муромского исследователя. В квартире у Дмитрия Саввы настоящая лаборатория. Здесь есть все необходимые приборы для изучения аномальных явлений, вплоть до тепловизора. Берем с собой основное, бывает оружие какое-то, чтобы защититься от тех животных, потому что все-таки это лес. Вот. А из исследовательского, в принципе, самые базовые – тепловизор, потому что он позволяет наблюдать, собственно, ночью, понять даже, кто, допустим, бродит, ходит на расстоянии. Часто берем металлоискатель, чтобы в случае каких-то интересных мест более детально, локально исследовать. По словам Дмитрия Савы, в недавней экспедиции исследователям из группы «Муромский треугольник» удалось найти родник Ивана Грозного. В его водах, по преданию, исцелились кони царя при походе на Казань. В планах создания художественного сериала, основанного на исторических загадках минувших лет.